Сейчас на столе начальника управления городского хозяйства Полевского аэросъемка улицы Декабристов с наложением на нее технической схемы ремонта автодороги. Проект реконструкции состоит из 12 разделов. Здесь предусмотрено все. Съезды и подъезды к частным домовладениям, освещение, пешеходные зоны и ливневая канализация. Самое основное, что мы здесь затрагиваем, его, как правило, потом не будет видно, это устройство ливневой канализации и правильная организация водоприемных колодцев. То есть эта дорога будет, помимо того, что асфальтированная, она должна быть еще и сухая. Построенная в 70-е годы прошлого века дорога ни разу капитально не ремонтировалась. Нынешняя реконструкция рассчитана на 3 года, с 2019 по 2021 год. Финансирование долевое, часть средств выделила область. Это часть большого национального проекта «Безопасные дороги». В прошлом году на объекте были выполнены все подготовительные работы. В настоящее время занимается прокладка ливневой канализации. Это в районе, уже, наверное, видели, в районе Павлика Морозова подошли. И, значит, параллельно у нас занимается подрядная организация. Значит, опоры для, если обратили внимание, стоят деревянные опоры, они в дальнейшем попадают в проезжую часть. И поэтому сейчас необходимо их демонтировать. А для того, чтобы их убрать, надо сделать электроснабжение частного сектора. Городское управление дорожно-строительных работ – это генеральный подрядчик на реконструкции этой дороги. Но объемы столь велики, что сегодня здесь трудятся и другие строительные организации. Работают экскаваторы, довольно серьезные экскаваторы, 300-е, то есть это техника очень серьезная. Экскаватор, погрузчик, 2 экскаватора, просто экскаватора. Ну и состав: дорожный рабочий, прораб, мастер, геодезист. Несмотря на то, что проект считается реконструкцией, в части он все же больше относится к строительству. Участок от Павлика Морозова до листопрокатчиков сегодня – это грунтовая дорога с частными домами вдоль нее и сосновым бором, примыкающим к территории лыжной базы. Этот участок дороги впервые будет заасфальтирован. А это уже стратегическая задача. Регулируемые пассажирские перевозки у нас тоже будут осуществляться другим совершенно образом после ввода в эксплуатацию этой дороги. То есть у нас сообщение с зеленым бором наконец-то можно будет осуществить и через улицу Декабристов, и открыть автобусное движение в том числе. Проектом запланировано и 8 остановочных комплексов. Здесь же будут установлены 4 светофорных комплекса с пешеходными переходами. Стоит сказать, что любое строительство – это конфликт интересов. Вот и здесь жители домов крайне недовольны тем, что им придется перенести гаражи, палисадники, ликвидировать огороды и парковки напротив их домов. Были вопросы, но все замечания были сняты, потому что проводился муниципальный контроль земельный, и все вопросы были сняты. Единственное, что некоторые обращались в суд, но суд, так скажем, встал на нашу сторону. Новая дорога станет транспортной артерией северной части. По проекту это будет ровное асфальтное покрытие. Самые масштабные работы начнутся весной. Тогда же придется перекрывать и автомобильное движение практически по всей улице. Строители приступят к укладке ливневой канализации. Все объездные пути будут согласованы с ГИБДД. Проект составлен так, что часть той срезки, которую мы будем брать, она запланирована сюда. То есть работы будут вестись параллельно. Улица Декабристов – это 188 миллионов рублей, 2620 метров новых линий электропередач, 2600 метров ливневой канализации, 82 металлические опоры и 53 съезда к частным домовладениям. 15 съездов еще будет также к общественным организациям – это гаражи, больницы, 13 пересечений и примыканий с другими дорогами, 4 светофорных объекта, 8 остановочных комплексов, двухполосное движение, широкие тротуары. Не дорога, а мечта. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, новости 11 канала.